Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Мы зашли на территорию, там, где это озеро, минеральные источники. Сейчас вам покажу, как тут все устроено. Значит, $20 стоит вход. Если вы резидент Флориды, то или Флориды, или вот этой эрии, то есть вот где источник, тут поближе живете, точно не знаю, там $15. Причем, если купаться не будете, тоже возьмут с вас деньги. То есть я вот не собираюсь купаться, но вынужден был заплатить. Не пускают. Тут довольно красиво, чисто. Травка. Такие пальмы, акации. Нам сказали, что источник открыли еще испанские основатели колоний. Колонисты, правильно, наверное? Поправьте меня в комментариях. В общем, они здесь первые были и опробовали, я так понимаю, на своем теле купание в этих минеральных водах. Ну и сейчас по сей день купается народ и излечивается. Мира идет. Сейчас проверим на ней, протестируем, как она будет себя чувствовать. Я уже говорил, что видел видео, мужчина очень хорошо рассказывал, причем местный, он здесь живет, приехал сюда с больной рукой, и говорит, что прошло все у него. Людей не очень много. Ну, то есть, вот видите, вот такое оно небольшое, это озеро. Можно прийти и целый день тут загорать и принимать ванны. Один из больших плюсов Нортпорта и покупки земли здесь, что здесь можно здоровье поправить.